Всем добрый день. Подошел я поближе к полю, пробрел через трясину, потому как дожди, в поля не въедешь. В общем, это степные районы Волгоградской области, Суровикино. Но дожди в этом году, все превратилось в реальные топи. Вот, доник здесь посевной, как можете видеть, он вперемешку тут с люцерной. Пчела хорошо на доник идет. Так что тут, в принципе, сейчас, может, попадется кто-нибудь. Вот жук нам тут попался. Качается. Потому что ветер и камеры, сложно поймать пчелу. Духан с поля стоит. Ну, максимальный взяточек был кило 800. Но вчера опять была гроза. И с утра слабо пчелка идет, может, прогреется, поактивнее пойдет. Вот. В принципе, год тяжелый, просто холодно и дожди льют, неимоверно. В поля никто съехать не может, и сейчас я вот развернусь. Ну, мы там все сгрудились, подъезжают, и вот все вплотную, потому как не заехать никуда. Вот, вот такие вот дела. Будем надеяться, что наберем нектар. Всем удачи, до новых встреч!